В Табасаранском районе около 200 легкоатлетов пробежали от крепости семи братьев и одной сестры до Хучининского водопада. В рамках празднования 75-летия Победы в муниципалитете провели соревнования по различным видам единоборств. А началось все с пробега. Участвовали в нем все желающие. Расстояние чуть более 4200 метров. Победителю удалось преодолеть эту дистанцию за 14 минут. В итоге первую пятерку наградили ценными подарками, медалями и грамотами.